От берега до берега более 5,5 километров. И ветер здесь стоит такой, что действительно веришь, что Симбирск основан на 7 ветрах. На нижний ярус моста в обычное время проход запрещен. И попасть сюда могут разве лишь рабочие, которые занимаются обслуживанием всей конструкции. В разное время на нижний ярус строились различные планы. Например, планировалось развести легковой и грузовой потоки или пустить по нижнему уровню скоростной трамвай.